И снова всем привет. Напоминаю, что это Драгобрат. Сейчас я поднимаюсь на Карпатской Чайке. Вот подъемники. Сегодня замечательная погода. Практически без ветра. Ну, на высоте есть. В общем, погода шикарная. Едем кататься, наслаждаться пейзажами. Фотографируем. И получаем удовольствие. Вот как-то так. Драгобрат в этом году очень удивительный, красив. Мне кажется, больше в этом году снега выпало. В том году, в связи с тем, что были сильные ветра, постоянно была метель, то есть сильный ветер, конечно, нам помешал почувствовать весь кайф от катания. Ну, как видите, в 22-м году все совсем иначе. Вот. Надеемся, будет красивый закат. Потому что на высоте, как вы знаете, сюда очень красивые панорамы. И очень классно проходит облака. Надеюсь, сейчас дрона поснимаем, если не будет метели. И все, потом я вам покажу. По поводу людей. В Драгобрате практически, ну, сказать, что свободные места не сказать, то есть очень много, в основном на выходные съезжаются, в будние дни как-то народу, мне кажется, меньше, но вот пока что без очередей. По сравнению с Буковелем, здесь, как говорится, Драгобрат лидирует. Вот. До Карпатской Чайки я только что садился. В принципе, очереди там, ну, буквально 2-3 человека стояло передо мной, спокойно сел. А вот на вершине Карпат, которая вот идет, вот это вот, там, к сожалению, больше людей. Ну, посмотрим, что будет в Буковеле. Это для сравнения Драгобрат. Посмотрим Буковель. Посмотрим, сколько времени мы покажем. Там, конечно, будет очередь. Без них же никуда. Как-то так. Вот все отели. Как на ладони. Подниматься где-то минут до 10. У вас есть прекрасная возможность, кто приезжать будет в Драгобрат, рассмотреть всю эту красоту, елочки. Каждый день практически идет снег, в основном ночью. Вот и днем есть. Ну, то есть снег есть всегда. Супер. Так, буду заканчивать эфир, потому что начинается ветерок. Нужно уже подготавливаться на спуск. Все, всем спасибо за просмотр. Следите за новостями.